Привет, ребята, я Велислава, вы на моем канале. А для начала подпишитесь. Я вместе с вами буду учиться красиво говорить. Жать себя в кадре. Мы будем учиться позировать. Снимать на камеру, фотографировать. Это будет ваш шанс. Ну что, начнем первый урок? Сначала поработаем над дикцией. Вот такое упражнение. Вы говорите ми, ме, ма, мо, му. Каждый раз открываем рот и растягиваем губки. Вот так. Ми, ме, ма, мо, му. И делаем так 10 раз. Ну что, начнем? Ми, ме, ма, мо, му. Пи, пе, па, по, пу. Би, бе, ба, бо, бу. Зи, зе, за, зо, зу. Жи, же, жа, жо, жу. Давайте попробуем быстрее. Ми, ме, ма, мо, му. Пи, пе, па, по, пу. Би, бе, ба, бо, бу. Ши, ши, ша, шо, шу. Ви, ве, ва, ву, ву. Еще добавим две буквы гласных и одну согласную. Например, гдик-дык-дык-дык-дык-дык. Стип-сап-сап-соп-су. Жги-жги-жга-жго-жгу. Кры-кры-кры-кру-кру. Жри-жри-жира-жру-жру. Ты жрешь? Я жру, скажи. Я жру. Хорошо, молодцы. Теперь пропоем эти слоги на одной ноте. Пи-пе-па-по-пу. Жи-же-жа-жо-жу. Ми-ме-ма-мо-му. А теперь повысим ноту. Ми-ме-ма-мо-му. Жи-же-жа-жо-жу. Ну вот и все. Для первого урока хватит. До встречи на следующем уроке. Пока-пока.